Все, ребята, поехал. 12:30, но ехать надо. Луна путеводной звездой впереди сверкает. Пробираюсь в машине. Так, где там у меня ключи-то? Куда я их дел? А вот в карман штанов положил. Все. Телефон, зарядку надо поставить. Так, ну что, запускаем мотор. Ключ на старт. И вперед. Только немножко прогреть. А кондиционер можно и выключить. На улице, кстати, сколько? На улице 11 градусов всего, так что кондиционеры долой, ну и радио тоже. А вот навигатор, пожалуй, запущу, чтобы был ориентир. Довольно-таки точное время указывает прибытие на Вител. Должен, наверное, в ночной режим перейти, ночную палитру автоматом включить. Сейчас посмотрим. О, включил ночную палитру автоматом, да. Так. После обновления, короче, все эти самые, вся история пропала, путевые точки, поэтому придется мне по адресу забивать. Вот так, все. И поехали, пусть он маршрут строит. Да, вот так вот. Все, отлично. Пусть греется и в путь. Хотя, в принципе, уже прогрелась, можно сказать. Но схожу еще там, хоть попрощаюсь. Марсик. Марсик сидит. Все, Марсик. Я поехал. Сразу же сел и поехал. Здорово. Марсик. Разве вам не могли раньше взять такой шанс отчижить? Сам, да, никто. Полностью прогрелась. Вперед. Сейчас о чем-нибудь с вами потолкуем интересным. Все. Так. Еду по трассе и, короче, вот смотрите, какая тут штука есть. Вот можно нажать, раз, и Лукойловская заправка, вот посмотреть, где расположена, каким образом. Вот, то есть подсказочки тут выпадают, обозначения. Вот заеду-ка я, возьму кофе, у меня тут как раз баллов на Лукойле накопилось. Можно кофеечку испить. Да. Давайте сделаем это. Вот и наша заправочка. Полиция патрулирует. О. Сейчас посмотрим, интересно, какие тут цены. Но мне заправляться не надо, у меня бензина как раз до дома ровно. Примерно. Как-то так. Вот он,
оазис в тайге. Может, даже покушать что-нибудь возьму. Хотя не знаю, сейчас подумаю, стоит ли на ночь наедаться. Встанем куда-нибудь, не знаю, вон сюда встану, вот сюда, чтобы далеко не ходить. Пойду. Капучино. Как раз то, что надо. Решил все-таки не объедаться. Капучино с сахаром сделал. Для энергии. В пути так разумнее. Вот, все. Значит, товарищи, поехал. Я буду пить кофе. Радоваться жизни. Так, не разлить его, главное. Положу-ка я его сейчас вот тут в подстаканник. Пока. И постараюсь аккуратненько. Аккуратненько проехать, чтобы не пролить ничего. Заправочки, сервис. Впереди леса, поля на 200 километров. Пролил нормально, с ювелирной точностью двигаемся. Сейчас покажу, вот он, кофе даже не шевелится. Все вперед. В общем, буду пить кофе, потом включусь, что-нибудь поболтаем. Кофе выпит, можно поболтать. А давайте и вот насчет семейного автомобиля и поговорим про New Travel, значит, как вот в этом плане она себя ведет. То есть эта тема была изначально задана мной, как вы поняли. Ох, забыл я переключиться, извини, товарищ водитель. Вот, значит, семейный автомобиль Lada Travel подходит или нет? В общем, смотрите, когда я эту машину покупал, я как бы и рассматривал ее как компромисс такой, компромисс. То есть на тесте она мне понравилась, кто вот смотрел тогда, те помнят, как я резко вдруг решил купить эту машину, вот. Значит, и готов был кое с чем мириться. С чем я тогда рассказывал? То есть с низкой динамикой на больших скоростях,
с каким-то некомфортом там при езде на дальние расстояния. Ну, по прошествии, вот уже получается, можно сказать, что 33 тысячи с половиной километров я могу твердо уже, значит, вам доложить, что мои вот эти вот, значит, как правильно сказать, ожидания вот эти вот негативные, они не оправдались. Я поездил достаточно далеко за это время, за прошедший год, значит, на этой машине. То есть у меня были поездки длиной 1000 почти километров в день. Так вот. То есть 700 километров, 600, там, не знаю, 400, ну и так далее. То есть по разным дорогам, по хорошим, по не очень хорошим, по загруженным, по свободным трассам, как вот сейчас я еду, относительно свободная дорога, причем хорошего качества, федеральная трасса. Вот, и автомобиль показал, что он достаточно комфортен в таких условиях. То есть после обкатки, прошествии вот 15 тысяч, я уже не раз про это говорил, и многие неловоды про это говорили, что машина по-настоящему раскрывается после 10-15 тысяч километров пробега, то есть это чистая правда, это так и есть. Динамика и накат появляется, и машина как бы тише становится. Это все так, действительно. Вот. И приезжая из таких вот длинных поездок, я понимал, что я не устал. То есть я вот, ну, кто смотрит канал периодически, кто эти поездки помнит, я все время как бы подводил итог, что устал я или нет. Вот усталости не было, даже несмотря на то, что механика, отсутствует круиз-контроль. Вот. То есть я отметил наоборот обратный эффект. То есть если я на автомате с круиз-контролями уставал в дороге, вот в длинных поездках, то есть мне спать все время хотелось, я вынужден был себя поддерживать кофе и энергетиками, то здесь ты все-таки как бы работаешь, ты контролируешь автомобиль, и это интереснее, чем просто сидеть в кресле и там подруливать. Вот. То есть тут ты сидишь комфортно, высоко, хорошо. То есть ты не впадаешь в такой в анабиоз, так скажем. И какие-то есть развлечения, там передачку воткнуть, там, то есть газ там, газом работать. Вот. То есть я в этом увидел плюс. То есть я следующие автомобили с автоматом брать уже не буду. То есть автомат мне не нравится вот этим вот. То есть он расслабляет, он заставляет лениться, короче, и хочется спать от него. Вот. Дальше поехали. Что касается... Вот частая тема шумы там, обгоны и так далее. Об этом тоже сейчас я скажу. На обгонах, да, когда машина новая, вот вообще новая, первые там 5000 километров, когда вы еще, ну, не крутите мотор как следует, есть определенные как бы такие затруднения, то есть вы должны и не перекрутить мотор, и обойти на трассе, на скорости, там, допустим, фуру, которая едет 90, а вы едете 100, допустим, на обкатке. То есть, но, опять же, вот был, да, такой нюанс, что приходилось там как-то
очень так осторожно это все рассчитывать. Но, ну, непривычным образом, то есть. Но когда машина обкаталась здесь, то есть, опять же, такой сильной-то проблемы и нет. То есть вы включаете просто четвертую передачу. В принципе, автоматы, роботы, они делают то же самое. Если вам надо динамично обойти, они просто скидывают передачи. Вот, кто не знает, на автомате тоже есть передачи. И я вот эти обгоны демонстрировал не раз. То есть довольно вы уверенно обходите машины. И причем я вот постоянно об этом говорю, мотор тяговитый. Он вот на эту машину он рассчитан. То есть у вас полный салон людей, а динамика не пропадает. У вас включен кондиционер, динамика не пропадает. Вот владельцы тревелов соврать не дадут. Старые машины, может быть, там было по-другому. Значит, на новых машинах ощутимо добавлена тяга на низких оборотах. И момент-то как бы ровный. Планка момента-то ровная. Вот в чем дело. То есть нет провалов каких-то. Двигатель очень комфортно работает. Очень комфортно отзывается на педаль газа. Прогнозируемо. Экозадержки нет ощутимой. Вот тоже нюанс такой важный. То есть двигатель комфортен. Вот. И позволяет, значит, двигаться по-нормальному на трассе. То есть вот смотрите, как я в эти выводы делаю. Вот раньше я ездил, да, на легковых, допустим, автомобилях. Вот я до Москвы, допустим, доезжал 600 километров от моего города по загруженной трассе. Я доезжал, значит, за одно время, да. Вот я думал, на Ниве я также буду приезжать. Столько же мне рассчитывать по времени? Или все-таки запасик делать? Вот. После обкатки я понял, что я на Ниве доезжаю ровно за такое же время. Только меньше устаю, потому что подвеска и посадка и размер салона. Вот здесь вот мы к этим сейчас вещам подходим. Значит, что касается подвески, она просто феноменально мягкая. То есть вот про Ниву, да, все говорят там, что давно она как бы платформа разработана. Так, блин, ребята, она до совершенства доведена. То есть тут уже лучше не сделать. Лучше это там, я не знаю, какие-то навороты дополнительные, дорогостоящие внедрять. Она едет-то дорого, машина, вот в чем дело. Она едет не по-бюджетному, этот автомобиль. Но очень мягкий, просто очень мягкий, причем на любой дороге. На асфальте. Вот. И настройки такие, что вы на трассе хорошо себя чувствуете, машина хорошо рулится и уверенно держит направление. И, значит, на бездорожье. То есть вы съезжаете на грунтовку, как вот я сегодня по грунтовкам ездил. То есть вы, опять же, вы не напрягаетесь. То есть вы от этого не устаете. Вы едете по плохому асфальту, допустим, вы не устаете, потому что вы не боитесь там поймать яму, разбить подвеску, погнуть диск и так далее. То есть вы не напрягаетесь, вы не напряжены. Из-за этого вы не устаете. Вот один из ключевых факторов. Значит, дальше посадка. Вы высоко сидите, такая, как на стуле сидите. Вот. Ну, и здесь лифт есть. Можно опустить сиденье, значит, можно его поднять. Я поднял почти на максимум. Причем над головой у меня еще очень много места, а мой рост 1,80 м, как вы знаете. То есть здесь я не стеснен, то есть я сижу высоко, и это, опять же, не утомляет такая посадка. Большая площадь остекления, то есть вы видите, у вас светло, во-первых, в салоне, и вы видите много и далеко. Это тоже плюс. Дальше размер салона. То есть размер салона здесь большой. Еще раз повторюсь, вот у меня на канале есть замер, прямо я рулеткой измерял Патриот внутри от дверной карты до дверной карты и Ниву. То есть они по ширине салона, они равны.
а Патриот машина огромная. То есть Нива по ширине такая же. Уступает она только тем, что задний ряд придвинут ближе к передним сиденьям. То есть там вальяжно расположиться не получится. Однако же на заднем ряду пассажиры тоже не стеснены. И здесь плюс, они сидят высоко. За счет того, что бензобак под сиденьем, сидят они высоко, и им это нравится. То есть они видят впереди дорогу, им интересно ехать. Они тоже не утомляются на дальних каких-то перегонах. Вот это вот тоже нюанс такой интересный. И багажник. Вот Патриот, да, багажник у нее там просто гигантский. То есть вот кто смотрит меня с Патриота, когда у меня был 2019-го рестайлинговый Патриот, я спал в багажнике там. То есть шторку закрывал, спальник там расстилал и помещался там немножко по диагонали, ну, немножко колени. Понятно, что приходилось сгибать ноги, то есть вот. Но, тем не менее, я там спал вот так вот. То есть в темноте нормально высыпался. Вот. Багажник у меня чистый был всегда, поэтому я там очень комфортно размещался. Вот. Здесь, конечно, да, здесь багажник поменьше, но опять же, для наших нужд хватает. То есть вот вы сегодня видели, какой туда объем вещей влезает, и это не предел, то есть на вот эту вот полку, она достаточно прочная, на нее можно нагрузить еще выше. Вот. То есть вы тут, опять же, не стеснены. И если еще что-то надо положить, то есть вы можете откинуть одну секцию заднего сиденья маленькую. То есть два человека просто будут сидеть поближе друг к другу, а на этой секции у вас будет какая-то поклажа лежать. Вот и все. То есть можно так сделать. Ну и органайзер наш позволяет разложить заднее сиденье и спать. Я вот со своим ростом помещаюсь, вытянувшись по диагонали. Я помещаюсь. Вот. Вдвоем спать можно тоже, без проблем. С детьми тоже можно поместиться. Ночевка, кстати, будет этим летом. Я тут хочу съездить в экспедицию. Если все нормально, как бы по деньгам будет, да, то я осуществлю это, там бездорожье будет, и, в общем, ну, поеду далеко, такая будет опасное достаточно путешествие. Вообще я не знаю этих мест, первый раз туда поеду, дорога тоже, она такая, как бы, не совсем проезжая, но вот хочу я это сделать. Там находится храм на берегу озера. То есть, узнал я про это, и вот хочу, значит, разведать. Ну, давайте дальше по комфорту, значит, будем разговаривать. По семейному автомобилю. Ну вот, то есть вся семья, вот она ездит со мной, им нравится. То есть мы, говорит, готовы ехать далеко, ехать на юг. А на этой машине мы на юг пока еще не ездили. То есть ездили только вот, ну, с семьей я ездил до Москвы максимум. То есть они нормально эту поездку пережили вполне себе, то есть все было хорошо. Ездили летом, в жару, кондиционер справляется, кондиционер мощный. Дети на заднем ряду просят убавить, говорят, холодно. То есть вот мы ездили, было сколько тогда? Ну, под 30 было жара, где-то так примерно. То есть они просят убавить. Вот. Такие вот дела. Так что здесь с микроклиматом тоже все окей. Ну, а кондиционер, как известно, сушит воздух еще. То есть в салоне, как дома, как в комнате. То есть воздух не влажный, а прохладная такая домашняя атмосфера комнатная. Вот. Это здесь достигается грамотной системой вентиляции. И трогать-то настройки. Вот я раньше тоже думал, вот у меня были в предыдущие автомобили все с климат-контролем. И вот, покупая этот автомобиль, я тоже как бы думал, а как вот будет, как вот, не буду ли я утомляться от того, что
вручную мне придется настраивать микроклимат в салоне. Оказалось, нет. Оказалось, все просто. То есть, так, ну, тут сейчас не показать, если только свет может в салоне включить. Давайте попробуем. Вот, видно. Значит, смотрите. Вот. Вот так вот. Вот так вот. Летом все. А вот так вот зимой. И ничего трогать не надо. Только там температуру. Ну, зимой у меня обычно вот так вот стоит. Вот. Летом обычно вот так. Ну, когда жарко, вот так вот. Но не до конца. Вот. Сейчас у меня на серединке. Кондиционер не включен, на улице 10 градусов. Вот. А скорость всегда первая. Скорость всегда первая. Вот и все. То есть, когда машину я завожу, да, я включаю, бывает, и третью скорость, чтобы быстрее салон или прогрелся, или охладился. Но вот эти настройки я не меняю, в принципе. То есть, вот, пожалуйста. Вот такой вот. А, ну да, еще да, когда кондиционер, я включаю рециркуляцию. Включаю рециркуляцию, чтобы теплый воздух, горячий воздух снаружи не засасывался. Вот. Вот такой нюанс. Так, к шумовым сопровождениям, значит, переходим плавненько. Вот сегодня вы слышали детей у меня в машине, как они поют. Говорят, поют. То есть они находятся на заднем ряду. И понимаете, мы разговариваем, не повышая голос. То есть шумы в автомобиле, они абсолютно адекватные. Они сосредоточены в нижнем регистре. То есть, вот я замеры делал, опять же, вот, ну, Весту брал тогда, вот свою как бы, и брал Ниву на тест. Я шумомером записывал, этот тест есть на канале. То есть там на 2 децибела всего лишь горбик получается. Побольше. И все по низам в основном. А дальше они... То есть акустическая картина по спектру, она идентична легковушке. То есть здесь, опять же, такая шумоизоляция, она тут есть, она тут довольно-таки развитая. И вот кто... Есть обзоры, снимают обшивку у Нивы. То есть там классно все. По шумке здесь все классно сделано. И по качеству вообще сборки кузова. То есть есть эти обзоры, гуглите, там Ниву разбирают, где сами все увидите. Клубный сервис, кстати, разбирал, там вот можно посмотреть. И вот, кстати, в Ниве отсутствует войлок, что очень важно для внедорожника. Здесь нет войлока, здесь такая как бы, не знаю, вспененный такой материал желтый, вот современный, который вот в современных автомобилях присутствует. Вот здесь вот на полу именно такой материал, формовка такая. А здесь вот этот Илья, опять же, он там показывает, вот этот материал достает. Так что можете там посмотреть его комментарии, послушать. Дальше, значит, поехали. С шумами разобрались, то есть на уши не давит. На уши не давит. Шумы, да, есть трансмиссионные, это я сразу говорил, то есть это внедорожник с постоянным полным приводом, то есть здесь крутятся оба моста постоянно, и постоянно туда передается момент, вот, то есть машина достаточно бюджетная, она ресурсная машина, надежная, но бюджетная, поэтому у конструкторов не стояла задача сделать Lexus из Нивы, то есть... Но, тем не менее, все это не, так скажем, не раздражает, а наоборот, придает характер автомобилю. То есть, это нравится, короче. Вот я все время сравниваю с мотоциклами Harley Davidson, да? То есть, вот у них есть свой характер, харизма, их за это любят. То есть, там есть вот вибрации мотора, да, у него... какие-то шумы там такие вот механические, но за это их любят. Урал мотоциклы
тоже вот они, кто не знает, до сих пор выпускаются. У меня вот Урал-Волк есть довольно редкий мотоцикл, причем у меня экспортная версия, которая в Америку шла, из американской партии он именно, у меня все документы на английском к нему. Вот, значит, то есть там вот шумы тоже есть, механизма ГРМ, то есть, и вот они не раздражающие, то есть они такие приятные, так скажем, живой механизм, живая работа, old school, вот. И вот с Нивой примерно то же самое. То есть здесь это как, вот как характер такой, это приятно. Брутальность, короче, это добавляет. Оно на комфорт оно не влияет, а наоборот. Если девочки, то да, им там может быть что-то важно. А вот мужикам мне лично нравится. То есть я когда первый самый обзор на Ниву делал после Весты, когда я взял после Весты СВ-кросс, вот, то есть какие ощущения, как я ощущаю вот разницу, то есть я вот это все там говорил. Вот. Единственное, что вибрации, я тогда отмечал, что есть вибрации, а вибрации сейчас пропали с обкаткой там и так далее. И, друзья, я так увлекся разговором, что даже совсем не заметил, как у телефона кончилась зарядка и запись прервалась. Так вот, на чем мы с вами остановились? Остановились мы на шумах. Значит, про брутальность я вам сказал, то есть, но вот они как бы не громкие шумы, то есть вы разговариваете нормально, на скорости вы разговариваете нормально. Вы, сзади пассажиры вас слышат, вы слышите, что сзади там говорят. И вы сегодня в этом убедились, слушая вот детей. Вот так. Дальше поехали. Вот по салону, значит, сверчки тоже часто спрашивают, есть ли чего-то. Вот, понимаете, пробег 33 500. Там видно, наверное. Вот. То есть за этот пробег машина вообще не изменилась. Вот меня это очень сильно обрадовало. Это говорит о том, что автомобиль выполнен качественно. То есть он такой же, как вот я его в салоне взял. То есть если я сейчас пойду в салон, сяду, я почувствую все то же самое. То есть подвеска ничего там не греметь не начала, ничего, абсолютно. Хотя я эксплуатирую, знаете как, не жалею особо. То есть я купил машину для того, чтобы получать от нее удовольствие, а не хранить ее там где-то в гараже, сдувать пылинки и в надежде передать ее внукам. Нет, я ее беру, эксплуатирую, продаю и беру новую. Вот со временем, то есть, которое сейчас прошло, ничего нигде не расшаталось. То есть еду я по грунтовке, то есть машина не гремит салоном. Это тоже приятно. И вот подвеска срабатывает так же упруго по-новому, как она и срабатывала. Здесь я только могу похвалить, потому что, да, вот действительно, вот тележка доведена до идеала. Посмотрим, как дальше будет. Шаровые, да, я, правда, поменял уже, но, опять же, эксплуатация у меня такая. И шаровые-то поставили другие, то есть сейчас другие ставят на конвейере. Опять же, этот сюжет был, ищите. Вот. Дальше, по скорости. Комфортная крейсерская скорость, тоже вопрос насущный. И к расходу сейчас тоже придем. Комфортная крейсерская скорость. Я езжу 120. То есть невольно я разгоняюсь до 120. Вот она, пожалуйста. Вот она, крейсерская. То есть если вам с какой-то скоростью ехать комфортно, это и есть ваша крейсерская скорость. Бывает, разгоняю до 130 км в час, кстати говоря, тоже бывает, когда тороплюсь. Вот. Но стараюсь это не делать, потому что по паспорту максималка 140 у этого автомобиля. То есть лучше как бы, ну вот 120 это нормально, такая золотая середина, и для двигателя это полезно. И вообще есть правило.
самый экономичный режим 100-110, допустим, вы едете. И по расходу, вот подошли мы к этому вопросу как раз таки, по расходу получается, можно, ну, в 9 литров уложиться, 9,5 где-то вот так вот. Если ехать 90, то 8,5 можно расход получить на обкатанной машине по-нормальному, то есть, вот. Вообще я заметил, что сильно здесь скорость не влияет на расход, то есть он сильно не вырастает. И вот в этом плане, но все-таки мы имеем дело с внедорожником, с настоящим, не кроссовером, а с внедорожником. То есть здесь все признаки внедорожника – это раздатка с понижайкой, значит, это жесткий полный привод без всяких муфт. Вот, то есть железная, настоящая схема, большие хода подвесок и так далее. Вот многие про раму говорят, значит, рама там. Да рама, она ни на что не влияет. Даже наоборот. Рама, она добавляет вес, во-первых. Во-вторых, она увеличивает высоту автомобиля, не дорожный просвет, не, то есть, не, вот, не клиренс, не угол рампы, ничего. То есть она полезного-то фактически это ничего здесь не несет. То есть это как бы старая архаичная конструкция. Жесткость она тоже особую, в принципе, не придает. Раньше так строили просто. Нива, она и была первым автомобилем с лонжеронной как бы рамой, с интегрированной. Если вы заглянете под автомобиль, вы обнаружите там очертания рамы, вот эти лонжероны, они как рама там идут. Но кузов несущий. То есть, вот когда Ниву проектировал конструктор Нивы, кто там, пишите в комментариях, кто знает. Вот, значит, он встретил, значит, от коллег контраргумент, что джипы так не строят. То есть там рама, подключаемый передок, вот так вот. А тут была предложена конструкция постоянный полный привод с возможностью блокировки межосевого дифференциала и, соответственно, несущий кузов с интегрированной рамой. Вот. Конструкция стояли, это первое в мире было, в принципе, вот такая конфигурация. Нива здесь, это наш реально прорыв. И вот что касается, если схема трансмиссии подвесок, то Land Cruiser ближайший такой вариант, то есть он до сих пор использует нивовскую схему, допустим. Не верите, посмотрите, погуглите, увидите все то же самое. Вот так вот. Так что подвожу итог своему монологу. Ниву можно вполне себе назвать семейным автомобилем, потому что вы комфортно двигаетесь по трассе, с комфортной скоростью, с комфортной акустикой внутри салона, с комфортным микроклиматом, с комфортным обзором, размером и так далее. Вот. То есть, далее вы, соответственно, когда приехали куда-то на место, вы имеете возможность осмотреть те достопримечательности, которые находятся, ну, в отдалении от хороших дорог. То есть вы смело можете куда-то забраться. Вот, допустим, на Весте я не смог проехать грозовым воротам в Геленджике, да? То есть стал карабкаться там. Ну, тут робот, конечно, сказал, что не хочет ехать медленно. А быстро – это убивать подвеску, убивать резину там на тех камнях. А здесь понижаечку включил и спокойно по камушкам карабкаешься наверх, и все. Вот. То есть вот все познается в сравнении. Я вот свой автомобиль нашел, я реально кайфую от этой машины. То есть я от нее за уже полтора, получается, да, почти полтора года не устал я от этого автомобиля. Вот. Не хочу я его продавать. Буду ездить, когда почувствую, что да, надо менять, я думаю, что я возьму такую же Ниву, потому что вот мне реально здесь все устраивает.
Она очень сбалансированный автомобиль. Как я сказал на первом своем обзоре, что Нива это вот такое ощущение оставляет. Вот оно так и есть. То есть и по качеству я доволен. То есть автомобиль беспроблемный, можно сказать, что серьезных он проблем не доставляет. Так что бачки, вот третий бачок у меня сейчас стоит расширительный за этот пробег, но бачок не лопается, а дает течь. Это чисто из-за пластика. Еще раз повторяю, не пишите про пробки, все проверено, пробки работают, все здесь нормально, и температура у двигателя тоже нормальная, давление нормальное там в системе. Это именно жесткий материал бачка, который, видимо, деградирует еще, помимо всего прочего, то есть становится жестче от температур со временем. И получается, как бы вот эти вот постоянные расширения этого бачка, расширение, сужение, игра, то есть когда надуется при давлении, потом автомобиль заглушили, давление пропадает в системе, то есть он возвращается к своей форме и вот дает эти трещины. То есть я осматривал оба бачка треснувших. То есть очень вот я сделал такой вывод, что именно проблема именно в этом. Но пластику рознь, на X-Ray проблему, там лопались бачки, взрывались, там исправили это, изменив ТУ. То есть поставщик бачков изменил ТУ, и бачки перестали лопаться. Вот мне последний бачок у меня стоит гарантийный, и, честно говоря, я пока там деформации не вижу. Я это показывал недавно. Его не раздуло от давления. Загадывать не буду, будем смотреть, то есть насколько его хватит, посмотрим и будем делать выводы, изменилось что-то или не изменилось. То есть это вот заводской гарантийный стоит сейчас новый, то есть меняется это по гарантии бесплатно. Замена, кстати, бачка самостоятельно я вот менял, то есть там 10 минут это буквально, то есть очень, очень легко все это делается, просто очень легко. Опять же, сюжеты есть. Вот так. Так что, друзья, еще раз повторюсь, Нива я очень сильно доволен. Это не реклама, и как многие тут любят писать разные люди несведущие, вот АвтоВАЗа, ты там этот самый ставленник, там рекламируешь их продукцию. Нет, это чисто вот. И меня даже немножко обижает, что я вот как бы так топлю, так скажем, за отечественное, потому что реально хорошо это, реально хорошо сделано. Если бы это было плохо, я бы на этом не ездил, я бы это продал и сказал, что это никуда не годится. Однако же вот так вот. Попробовал Патриот, все-таки я вернулся к Ладе. А на Ладу я пришел с иномарок. То есть в 2016 году я обнаружил, что Лада... АвтоВАЗ стал производить качественные автомобили. Ну, без, естественно, без влияния альянса Renault-Nissan этого бы, возможно, не было. Посмотрим, как дальше будет в связи с событиями последними. Но я думаю, что будут марку держать. Чего-то мне так кажется. Ну, посмотрим. Вот. Такие дела. АвтоВАЗ, я как-то писал, там есть форма для блогеров у них на сайте. Я пробовал обратиться, в общем, меня поставили в очередь, что с вами должны связаться. Я хотел по двигателям более расширенную получить информацию, именно нюансы, что там, вот, какие там изменения были, потому что изменения-то реально были. А вот что конкретно именно, вот именно от завода вот это вот услышать. Так вот мой вопрос и был проигнорирован. Вот, кстати говоря, АвтоВАЗ, я в этом на вас обижен, что вы не хотите общаться, вы не хотите с потребителями вашей продукции поддерживать обратную связь. Вот так вот. И такой крупной компании, вот опять же, кто проплаченность, вот проплаченные китайцами очень вот многие люди, это я знаю просто, потому что мне поступали предложения такие,
чтобы на рынок зайти, они хотят, чтобы их хвалили. А АвтоВАЗ хвалить не нужно, понимаете? У них и так продажи самые большие в России среди всех. Я уже постоянно говорю, и вы можете это проверить, посмотрев статистику продаж. Вот и все. То есть у них самая большая дилерская сеть, и этим все сказано. Там реклама им не нужна, по сути-то. Поэтому они так вот, так скажем, не обращают внимания на блогеров. Особенно мой канал, да, он не крупный, он маленький канал. Есть крупные каналы, они даже с более крупными каналами не общаются, насколько я знаю. Ну, я имею в виду, что вот как-то там не садят на зарплату, так скажем. У них свой канал есть на заводе, своя пиар-служба, они справляются там вполне нормально. Можно посмотреть передачи. Вот такое вот мнение спустя 33 500 километров. То есть, в принципе, мое восприятие автомобиля не поменялось, и это радует. Это хорошо, меня лично радует. А то, что Нива локализована в России, и то, что она пользуется стабильным спросом, то, что она востребована, это очень хорошо. То, что она, так скажем, вот доведена до совершенства практически в своем вот в этом виде. Я не против расширения линейки Нивы, но, пожалуйста, завод оставьте вот эту именно конфигурацию. Она, ну, она продается, чего говорить-то. Тут все и так уже, как бы можно сказать, что решено. Но вот расширение линейки именно вот на этой платформе с новыми какими-то агрегатами интересно тоже бы, конечно, было посмотреть, да. Они будут, естественно, дороже, но если они будут также надежные, также сбалансированные, то почему бы нет? Лично я могу рассмотреть более дорогой вариант к покупке. И время-то как раз подходящее. Так что вот, дерзайте. А я буду дальше продолжать свой путь. За разговорами-то осталось 104 километра до дома. Люблю ночные поездки, все время об этом говорю. Очень-очень они меня успокаивают, воодушевляют. И вот буду ей и наслаждаться этой поездочкой, особенно когда небо чисто и луна. А, кстати, если говорить про рулежку, то машина рулится как обычный среднестатистический кроссовер. То есть достаточно уверенно держит дорогу, не требуя подруливаний за счет жесткого здесь подрамника и вообще жесткой передней схемы. То есть там двухрычажная подвеска с кованными рычагами, все это очень такое мощное и жесткая. Поэтому четкость руля достаточная. Вот, я уже это, в принципе, все демонстрировал. То есть, вот, допустим, руку кладу. Вот. Чик-чик-чик. Машина сразу реагирует. То есть нет такой ватности в рулежке. Я тоже сразу отметил, когда тестировал автомобиль. И нет расхлябанности. Крены тоже нормальные достаточно. Не страшно заходить в поворот. В этом плане тоже очень все приятно. До сям же я добрался. Вот шел, пожалуйста, работать. Куда не ушли, все грозились. Хотя я там не заправляюсь. Я только масло их у дилера, причем использую моторное. Все. Слушайте, что-то я проголодался.
до дома, что получается, 59 километров, бензина выше крыши, на улице туман, и плюс 6 градусов, вот так. Дневная жара сменилась ночной такой прохладой. Прохладной. Короче, вот. Туманчик, да. Синий туман. Была такая песня. Добрынин, по-моему, пел. Если я не ошибаюсь, давно это было. Вот. Хочу френч дог. Люблю грешным делом иногда вкусить всего заморского яства. Тут сейчас будет Лукойловская заправка. Там и закажу себе. Ладно уж. Голод не тетка. Вот и заправочка. Гостиница напротив. Текс. Ну что же, встанем тут. Пойду. Ой, да не ругайся, выключи. Все, пошел. А взял я, товарищи, все-таки гриль-дог вместо френч-дога. Цена одна, но есть нюанс. Уж очень вкусный тут вот... Даже не знаю, жареный лучок, что ли, это вот присыпка вот эта сверху. Мне она так нравится. Поэтому буду с аппетитом поглощать это кушанье. Вот. Поеду, наверное, чтобы не задерживаться, и буду есть на ходу. Да, так и сделаю. Гриль-дог оказался великолепно приготовленным. Ну, как, впрочем, и всегда. Плюс сосиска чили вызывает у меня некоторую жажду. Однако же до дома осталось всего лишь 43 километра. Поэтому утолю ее по прибытии горячим чаем. А большего такому запоздалому путнику, как я, и не надо. Вот так, литературно выражаясь, я описал свой поздний ужин. Вот сейчас как раз вы видите дорожку, гребеночка, и как автомобиль с этой гребенкой замечательно справляется. Еду я почти 100. Как асфальт. Вот это универсальность автомобиля. Вы как раз ее и наблюдаете. Вы не устаете, не утомляетесь от такой дороги. Просто направляете машину туда, куда надо. А если встретилась какая-то колдобина, то подвеска ее проглатывает без всяких страшных звуков, стуков и так далее. Просто удовольствие. Какой туман везде. Утро, солнце встает. Время
почти. Ну, короче, без 13.3. Навигатор нарисовал все правильно. Ну, по бензину, короче, по расходу где-то приблизительно к 11 литрам, короче, плюс-минус там расход приблизился. Это благодаря 100 километрам грунтовок. То есть такой дороги, двигаешься на третьей передаче. Ну, по такой-то уже как бы можно и побыстрее, но асфальт уж тут очень такой неровный. То есть эта дорога требует ремонта. Вот видите, вот такие участки. Это хуже грунтовки. С выбоинами. Вот, то есть, в принципе, приемлемо. Короче, где-то на 3 литра Нива меньше есть, чем Патриот. А надежнее она Патриота раз очень много раз, короче, она надежнее. Патриот хорошая машина, мне он нравился. Блин, качество никуда не годится. Непродуманность конструкции. Его можно до ума довести, есть альтернативные разные запчасти, приложить руки, но вот честно хочется купить машину, потому что Патриот сейчас стал очень дорогим. Хочется купить машину и не лезть туда, и не ждать каких-то косяков, которые будут вылезать в ближайшее время. Да, его в порядок привести, если сразу он будет радовать и будет надежным. Но не хочется. Хочется просто взять машину и ездить. Вот как с Нивой и у меня получилось. Я на ней просто езжу, как бы автомобиль каждодневный. А к дилеру я езжу только для того, чтобы пройти плановое ТО. И все. Что, владельцы Патриотов, не обижайтесь. Я Патриот сам люблю, но вот пожелание у меня заводу, чтобы все-таки они сделали то, что обещали. Они обещали не очень много. Где новые замки дверей, которые не будут замерзать? Где новые концевики? Нет. Хоть прошивку новую сделали для ZMZ Pro, и то хорошо. Однако же все остальное. Ладно. Не будем о грустном. Благо завод живет, и я надеюсь, что что-то все-таки родится. Ну, не русский Прадо, который они обещали, который так и не был, не увидел свет, короче. Ну, а что-то хотя бы вот текущую модель вот эту довести до ума, сделать ее реально привлекательной с точки зрения качества, потому что потребительские свойства у нее высокие. Вот так. Я дома, кстати, ехал. Вот как точно навигатор считает, а? 2.54, то есть вот он, эта цифра вот была тут, вот она и осталась. Потому что вот, все. Да, расчеты верные. Хотя я стремился приехать раньше, но не очень это у меня получилось. Навигатору вот в этом плане можно доверять. Хорошо, хорошо работает. Так, все. Идем домой. Спать, отдыхать. Все, друзья, всем пока. На этом до новых встреч на канале. Влог закончен сегодняшний. Такая поездочка. Пошел.
отцеп. Есть отцеп. И машина. И машина выходит, ребята. Вне всяких сомнений, система спасения на бездорожье – это современное многофункциональное средство, которое должно быть в каждом автомобиле. Посмотрите, даже ответные части можно использовать в качестве опоры для домкрата. Для заказа системы спасения на бездорожье обращайтесь по телефону, который сейчас вы видите на ваших экранах, либо по электронной почте, которая также появилась на экране. Актуальные цены на систему спасения смотрите внизу в закрепленном комментарии. Доставку товара мы обеспечиваем в любой регион России и ближнего зарубежья по льготным тарифам.